Самая топовая распаковка в этом месяце. Вы готовы? Встречайте. Что-то тяжеленькое. Сейчас посмотрим, что нам тут привезли. Где наш ножичек? Ножичек, ножичек, режечек. Итак, аккуратненько так вот полосанем. Главное не повредить то, что внутри. Я так подозреваю, что там кто-то ранили. И... Это мужчина, вы не поверите, это мужчина. Все, как я обещал. Французский мужчина «экорше», что в переводе означает примерно «без кожи», «содранная кожа». Мюнхенский торс. Очень полезная штука для изучения строения тела человека. Смотрите, какой у него романтичный, томный взгляд. Вам понравится. Упс! Чего-то не хватает. Ну да ладно, он не настоящий. Но у него есть другие преимущества, сильные стороны. Взгляд, мощные плечи, мышцы спины и, конечно же, ягодичные, большие ягодичные мышцы. Что от него и требуется. Вот такой персонаж. Теперь вы можете его рисовать в нашей студии.